Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим холодец мультиварки. Рецепт универсальный и подходит для приготовления холодца из любого мяса, будь то свинина, говядина, птица. Я буду готовить холодец из кролика. Для приготовления нам понадобится 1,5-2 кг мяса, парочка небольших морковок, 2 луковицы среднего размера, 1-2 головки чеснока, соль, парочка лавровых листов, черный молотый перец, черный перец горошком и душистый перец горошком. Тщательно вымытое мясо укладываем в чашу мультиварки. Мясо заливаем холодной водой. Чашу устанавливаем в мультиварку. Выбираем режим медленного тушения. Время приготовления 4 часа. Нажимаем кнопочку «Старт». Крышку не закрываем, подождем, пока закипит вода. Когда вода закипит, удаляем с бульона образовавшуюся пену. Добавляем в бульон морковь, лук, лавровый лист, несколько горошинок душистого перца и несколько горошинок черного перца. Также добавляем соль. Солью не перестарайтесь, лучше потом бульон досолить. Накрываем мультиварку крышкой и готовим мясо до окончания времени. Очень удобно оставить мультиварку, работающей на ночь. До утра бульон останется на подогреве. Когда закончится время приготовления, достаем мясо. Даем ему немного приостыть и отделяем мясо от костей. Освобожденное от костей мясо разделяем на волокна. В мясо добавляем измельченный чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу. Все хорошенечко перемешиваем. Процеживаем бульон. Процеженный бульон пробуем на вкус. Если есть такая необходимость, то бульон подсаливаем. Большими порциями раскладываем мясо по тарелочкам. Мясо заливаем бульоном. Для подачи на праздничный стол холодец можно украсить по своему усмотрению. Теперь оставляем холодец остывать при комнатной температуре. Когда холодец остынет до комнатной температуры, отправляем его в холодильник до полного застывания. Именно в холодильник, ни в коем случае не в морозильную камеру. Холодец нельзя перемораживать. Когда холодец хорошенечко застынет, он готов, можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится холодец, приготовленный по такому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!